Смена достижения лучшей с нами посвящена юбилею Ассоциации учащейся молодежи Российского союза молодежи Содружества. Этому движению исполнилось 25 лет 17 октября. Поздравить участников движения приехали гости. Председатель Ассоциации учащейся молодежи РСМ Содружества Елена Родионова, члены Координационного совета Ольга Правдухина и Ирина Зверева и секретарь Центрального комитета РСМ с 1993 года по 1997 год Сергей Григоренко. Случился август 1991 года, событие известное. И вот тогда, собственно говоря, было принято решение, поскольку уже Советского Союза не было, а идея великолепная, было решение передать все, что сделано было этим оргкомитетом, тогда создавшейся организации Российского комсомола. И тогда, вот как раз в октябре, ровно 25 лет тому назад, была создана Ассоциация учащейся молодежи. Гости рассказали о себе и ответили на вопросы участников юбилейной смены достижения «Лучший с нами». Самый первый председатель Ассоциации учащейся молодежи РСМ Содружества тоже поздравил мальчишек и девчонок. Каждый из вас на своем месте, но когда вы собираетесь уже все вместе, когда вы знаете, что за вами такая организация, вы являетесь, в общем-то, таким важным звеном в этой крепкой цепочке единомышленников. Поэтому я хочу вам пожелать только доброго здоровья, только продвижения вперед, только успехов, удачи, всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам. Вперед, друзья! Смены актива – это всегда основа развития наших программ, развития личностных качеств, лидерских качеств у ребят, развития командной работы. Все это мы делаем на федеральном уровне только здесь, потому что всегда для нас центр смены – это вот такая база, куда приезжают лучшие из регионов, показывают свои лучшие технологии. Здесь мы учимся новым каким-то вещам, мы проходим мастер-классы, привозим самых лучших специалистов и, пользуясь случаем, в наш юбилей. Спасибо огромное руководству Центра Смена за крепкие объятия для Ассоциации учащейся молодежи и поддержку во всем. Юноши и девушки подготовили свои творческие номера. Команда из города Калуга спели песню. И мне очень здесь понравилось. И я был в других лагерях тоже, и ребячая республика. И здесь намного лучше, и все серьезнее. И ты понимаешь, что ты здесь сюда приезжаешь не только отдыхать, ты приезжаешь сюда и работать.